Доброго времени суток, дорогие подписчики и случайные зрители. Перед просмотром обязательно поставьте лайк к этому видео и, если не сложно, оставьте хоть какой-нибудь комментарий. Ольга Седова скончалась от последствий коронавируса. Вся ее семья заразилась инфекцией, но болезнь у них протекает в легкой форме, а участницу телешоу спасти не удалось. Как сообщал ранее шаман Карагай, семья приняла решение похоронить Ольгу на одном из подмосковных кладбищ. Они не хотели огласки в СМИ, поэтому мероприятие прошло в закрытом режиме. Смогли ли проститься Седовой и сын, и муж, непонятно. Ведь у них тоже выявили коронавирус, и по правилам членам семьи нужно было отсидеть на карантине. Именно поэтому подготовкой похорон занималась дочь участницы знаменитого телешоу. Сын ранее рассказал, что мать умерла в больнице 30 ноября. Проблемы со здоровьем у нее начались в середине, когда она вернулась с конференции. Сначала Седова подумала, что это обычные простуды, и поэтому не поехала к врачам. Но уже на следующий день начались проблемы с дыханием и появилась высокая температура. В итоге звезду шоу «Битва экстрасенсов» отвезли в больницу, где сразу же положили в реанимацию. Ее состояние оценивали как тяжелое. Седова была на аппарате ИВЛ, и 2 недели медики боролись за ее жизнь. Но в итоге 30 ноября ее не стало. Сын сообщил об этом ее другу и коллеге, шаману Карагаю. А тот опубликовал пост в социальных сетях, после чего о трагедии узнали все. Отметим, что Ольга Седова родилась и выросла в Выборге. Еще в подростковом возрасте она почувствовала в себе силу и начала помогать людям. После переезда в Москву Ольга поменяла несколько работ, а в середине 2010-х стала участницей шоу «Битва экстрасенсов». Несмотря на то, что она не дошла до финала, аудитория полюбила ее подход и обращалась за помощью в белой магии.